Inspiracja dla mojego doklada jest wiele z ta fotografia zniata w Budapeszcie 15 maja 1925 roku. Na tym zdjęciu można widzieć trzech wydających się baszkirskich tyrkologów emigrantów Ahmeta Zaki Validova, Abdul Kadira Inana i Galimiana Tagana. I исследователи до сих пор не смогли определить, с какой целью состоялась та самая встреча. Я хочу сразу уточнить, что это мнение не мое, а было написано в статье Аттили Шереша о Галимьяна Тагана в 2012 году. Ему, наверное, было неизвестно воспоминания Ахмета Зеки Валидова, в которых он подробно пишет о своем посещении Будапешта. Но об этом речь пойдет позже. Давайте начнем с того, кто эти три мужчины и как они встретились. Они родились в семьях башкирской интеллигенции и, будучи грамотными мусульманами, кроме родного языка, они с детства владели арабским, персидским i ruskimi językami i pozdrowie wyuczyli i drugie europejskie języki. Однако они встретились только после февральской революции во время борьбы за башкирскую автономию. Валидов был членом башкирского правительства или малого курультая и стал главой башкирской армии. Галимьян Таган, бывший офицер царской армии, стал командиром 3-го башкирского стрелкового полка. И Абдул Кадир Инан, до эмиграции его имя Фатха Кадир Сулейманов, начал свою карьеру литератором и стал редактором официальной газеты башкирского шура «Башкорт». То есть один политик, один военный и один журналист, которых объединяло башкирское национальное движение. Как известно, вопрос башкирской автономии во время гражданской войны имел не только политическое, но и тактическое значение. Территория Башкортостана находилась между красными и войсками Камуча, так что это имело огромное значение, какую сторону выбрать, чтобы достичь самостоятельности. Аттила Шереш в своей статье цитирует Тагана, который иллюстрировал безвыходное положение башкир в гражданской войне историей с двумя стаканами. Тебе нужно выбрать для себя один из двух стаканов, один из них наполнен водой, а другой совсем пустой. Потом в оба стакана добавляется яд, а ты должен выпить один из них. Естественно, ты выберешь стакан с водой, потому что в нем из-за воды меньше яда. И ты выживешь, а если выпьешь другой стакан с ядом, то это, безусловно, приведет к смерти. Стакан с водой и ядом символизировал большевизм, такую болезнь, от которой можно поправиться. А стакан с ядом символизировал возвращение царизма, то есть гибель башкирской нации. Очень интересно, что несмотря на это, когда Валидов в начале 1920 году передал командование башкирской армии большевикам, Галимьян Таган выбрал сторону Колчака. А еще более интересно, что Валидов, вопреки выбору Тагана, назвал его в своих воспоминаниях близким моим другом до самой своей смерти. Дело в том, что Третий башкирский полк в это время был в таком положении, что не смог соединиться с красными, и Валидову сообщили, что Таган был членом группы офицеров, которые старались сопротивляться верховным главнокомандующим. После разгрома Семеновской армии Таган через Манчжурию успешно дошел до Японии, где известный венгерский специалист по Японии Бенедикт Баратоши Балог пригласил его жить в Венгрии, куда он приехал в середине 1922 года.
Все таки в глазах Валидова, ставшего тем временем с помощью большевиков председателем башкирского ревкома, де-факто главой Красной Башкирии, Таган остался другом, который принял разумное решение, а не трусом. Тем более после постановления ВЦК СНК РСФСР о государственном устройстве автономной Советской Башкирской Республики, Валидов, считав его неприемлемым, ушел в отставку и вместе с его неотъемлемым соратником Абдулкадиром Инаном покинул Башкирию, чтобы продолжить борьбу за автономию тюркских народов в Туркестане. После ряда военно-политических неудач в 1923 году они эмигрировали в Европу и взялись за организацию очень фрагментированной российской мусульманской эмиграции в Берлине. Почему показалась Венгрия удобным местом для тюркских эмигрантов? Главные мусульманские эмигрантские центры были в Турции, в Берлине и в Вене. Венгрия была на полпути между Берлином и Стамбулом и недалеко от Вены. К тому же жить здесь, в Будапеште, было дешевле. Такой полиглот, как Галим Янтаган, легко выучил трудный венгерский язык. Таган, например, окончил аграрный факультет университета в Дебрецене, потом в Будапештском техническом университете защитил свои докторские тезисы по экономике, и стал работать этнографом в Восточном отделе Национального музея. Кроме того, Венгрия протянула руку дружбы малым восточным народам. Почему были у нас популярны ученые из этих народов и почему именно башкиры? Во-первых, они внесли большой вклад в изучение предыстории венгров. Например, Валидов, или сейчас все чаще Зеки Валиди Тоган, по пути из Туркестана до Берлина случайно обнаружил в иранском городе Мешхед до тех пор неизвестную оригинальную рукопись арабского географа X века Ибн Фадлана, в котором много раз упоминаются предки венгров. А Галим Янтаган написал ценные экономические и этнографические статьи на венгерском языке. Во-вторых, одна из предисторических родин венгров, Магна Хунгария, находится на территории Башкортостана, поэтому много лингвистов, правда необоснованно, думали, что венгерский и башкирский языки родственные. Во-третьих, в межвоенном периоде в Венгрии была очень популярна и распространена теория так называемого туранизма, который тоже необоснованно старался соединить уральские, тюркские, монгольские и даже японские и корейские языки в один большой культурный круг. Это был интересным амальгам теории о финно-угорском и тюркском происхождении языка венгров, рассеянного так называемым туранским обществом. В-четвертых, в межвоенном Венгрии образовалось слишком сильное антисоветское настроение, поэтому публика с охотой слушала о злодействии большевиков от очевидцев. Как попал Валиди в первый раз в Венгрию? После получения турецкого гражданства и обвинения мусульманскими эмигрантами в шпионстве позу большевиков, Валидов вместе с Инаном покинул Берлин, и они поехали в Стамбул. По пути они провели 3 дня в Будапеште с 14 до 17 мая 1925 года. На вокзале их встретили турок Хусейн Намик Оргун, венгри Бенедек Баратос и Балог от туранского общества, профессор-этнограф Иштван Дёрфи
и их старый друг Галимьян Таган. В следующий день в доме турколога Дюли Немета прошла очень эмоциональная встреча с Дюлой Месарушем, который до Первой мировой войны был на стажировке на территории Магна Хунгария или Башкирия и, как ни странно, посетил дом Валидових в Кузьянове. В то время маленькому Ахмету Заки было только 13 лет. Вечером в ресторане они дегустировали венгерские блюда и очень крепкие токайские вина. И так написал об этом Валидов в своих воспоминаниях. Эти вина оказались достаточно крепкими, и когда мы в час ночи покидали ресторан, все трое из избытка чувств пели наши башкирские песни. Наш Абделькадир, прозвище которого было Тукан, и на этот раз задремал, сев на уличную скамейку. Мы его с трудом довели до гостиницы, а доктор Таган обладал удивительно приятным голосом и знал все башкирские песни. Когда он пел, открывались окна домов, и мадярские женщины с удовольствием слушали его пение. 16 мая они были приглашены в здание парламента, где находилось бюро Туранского общества. Валидов выступил с сообщением о племенах кинжек, живущих в Средней Азии, и об их родстве с древними башкирами. После выступления слушатели заключили его в свои объятия, сказав: «Впервые к нам прибыл башкир и выступил перед нами с научным сообщением». И потом этот вечер до 2 часов ночи мы провели в хорошем венгерском ресторане, и на этот раз наш Тукан от души веселился, пока его не охватила дремота, писал Валидов. В следующий день Валидов и Инан направились в Констанцу, Румынию. Можно сказать, что первое посещение Валидова в Венгрии носило дружеский, неофициальный характер. Даже о его выступлении перед Туранским обществом нельзя найти ничего в журнале «Общество Туран». Зато его второй визит в Будапеште в 1929 году проходила совсем по-другому. К тому времени он был уже профессором Константинопольского университета и был направлен на архивную работу в Вену с начала августа до середины октября. На несколько дней он остановился в Будапеште. Все венгерские газеты назвали его Ахмет или Заки Валиди Тоган Бей, это по-турецки господин, бывшая глава государства Башкирии, сейчас Константинопольский университетский профессор. В начале августа две газеты брали у него интервью. Будапештская газета и Новое поколение. В Будапештской газете Валиди отметил, что он хочет узнать больше о родственном венгерском народе, который может дать помощь народам Туркестана, чтобы подключиться к европейской культуре. Также подчеркнул, что положение тюркских народов под руководством Советов стало хуже, чем в Российской империи, потому что русификация при условиях государственной собственности стала более интенсивным. Новому поколению он рассказал о своих приключениях во время революции и гражданской войны, после чего его попросили охарактеризовать Ленина, Сталина и Троцкого. «Я неоднократно говорил с Лениным», — сказал он. «Он никогда не осмелился посмотреть тебе в глаза, хитро избегал взгляда собеседника. Он был готов к случайному покушению даже в круге друзей, поэтому он носил револьвер. Он был подозрительным со всеми. Он использовал всякий инструмент, чтобы разгромить своих врагов. Он декларировал, что в дискуссии и борьбе нельзя иметь в виду никакую этику. На съездах он обезоруживал своих оппонентов не строгими аргументами,
с сарказмом, демагогией и выставлением в смешном виде. Сталин, продолжал он, энергичный и хитрый. Он охотился на восточные народы. Он подружился с ними. Он охотно фотографировался с группой башкирских или киргизских крестьян, обнимав их. Он постарался со своей силой расположить к себе восточные народы с помощью этих трюков. В то время как Ленин открыто высказал, что этики нет, Сталин экспонировал себя как сторонник законов этики, честности и национального чувства. И последний, я узнал Троцкого более серьезным большевиком. Он никогда не скрывал свое мнение. Он не интересовался национальным чувством. Конфликт между коварным Сталиным и Троцким мы, башкири, использовали в нашу пользу. Можно сказать, что воспоминания Валидова и мнение об актуальных политических событиях по некоторой мере слили с этим интервью. Венгерская пресса сообщила о его выступлении от 18 октября в парадном зале Музея прикладных искусств как о сенсации. Анонс программы появился почти во всех главных столичных газетах. Название его доклада было «Текущее положение мусульман в России». Его пригласили Туранское общество и Союз общественных организаций. Лекция была прочитана по-турецки, и сам Галимьян-Таган переводил ее на венгерский язык. На мероприятии присутствовали замечательные востоковеды, представители венгерских правых организаций и глава Будапештского мусульманского общества Абдул-Латиф. Самый подробный отчет о докладе Валидова дала газета, просто газета «Вышаг». Из этого отчета можно узнать, что он говорил о советском империализме против малых национальностей, об ошибочной политике бюрократического централизма, о несправедливом земледелии, о русификации вместо пропагандированной коренизации и о голоде 1922 года в Туркестане и о сильной цензуре в газетах национальностей и так далее. Озвучилась также очень странная или интересная метафора. По мнению Зеки Бея, большевизм имел успешный эффект потому, что он перемешал правду и ложь. Подобно тому, как и Лев Толстой, который был лжепророком и нечестным. Ведь он распространял мистицизм и идею смирения, но был крупным помещиком до конца своей жизни. Большевизм верует в мировую революцию, как Лев Николаевич верует в свою миссию, однако своим поведением они демонстрируют, что жизнь исчерпается тем, что мы пожираем друг друга. Хотя Валиди неоднократно повторял в интервью, что он уже не занимается политикой и работает простым университетским профессором и тюркологом, очевидно, что широкая публика в этом бурном году, когда Троцкий был изгнан из СССР и Сталин начал реализовать свой великий перелом, больше интересовалась текущими событиями, чем научными достижениями эмигранта-тюрколога. Тем не менее, на Ассамблее Туранского общества от 26 ноября 1929 года он был избран в почетные члены. Вопрос был о том, что с помощью Галимьяна-Тагана он сможет ли получить венгерское гражданство. В конце концов, это не получилось, но по материалам Туранского общества от 1937 года он официально все еще считался почетным членом общества. И все. Благодарю за внимание.